сначала надо заправить какую? Подожди, подожди, подожди. 2К, это 2К, 2К. Тебе вот это, вот это. Взять топливо, шланг. Нет, там форн, я все сделаю этот. Все, заправка. Какая у меня большая труба. Хочешь стрельну? Все, ты выиграл выстрел, красавчик. То ведь вертушку докладывайте. Смотри, смотри, трэш, я тебе скажу, куда стрелять, понял? То есть надо стрелять сразу вместе. Никакого джиги. Ну, ты будешь один. Может, с тобой кто-нибудь из ББ сядет? Хотел, они нет, не хотят. Что вторая? Это ВП забирают. Кирьян. Не, они две не возьмут. Они одну в зоне оставят. Вертушка на юг уходит. Сейчас будет к югу от базы приблизительно через 2 минуты 30 секунд. Пролетает над респом южных отделений, которые за водой стартовали.
Че еще раз? Так, на время пока борю ТВ-шку. В теремочке живет. А повернись к лесу передом. Мне задом. Короче, это снайпер я. Для чего я буду высматривать для вас цели?
живцом побегать. Может, кто клюнет, начнет по мне стрелять, а я тогда меточек. Ну, у меня, правда, ни карты, ни рации нет, если что, я так... Кто не будет наблюдать вертушку? ББ отрицательно. О, ну, богатый, да, подари. Ой, бля, чё я сел, сука. Да, нажал. Благодарствую. Добрая бабка Ёшка. А ты сам, что ли, да, будешь? Ладно, все, давай форан тогда. Вообще хоть один из вертолетов видится в данный момент? Никак нет. Что говорит? Вертолет на северо-востоке. Далеко? Высоко. Печень, переводи. Улетел. ВП на ДВ? Нет, он у себя на нынешней карте есть. Вы БМПшку забираете? Понял, около нее скину одну карту, пусть наблюдатель возьмет. Понял, спасибо. И одного человека на зу. Пока никуда не спешат. Ребят, сильно не суйтесь, у них теплаки, так что сидите и сильно не суйтесь. Да.
Странно, что только одна летает. Не, возможно, они отстреляют пока с этой, потом сядут на вторую. Вторая не вооруженная. Там две вооруженные. Одна с ПТ-шными нарами, вторая с кумулятивными, ну, со сколочными. Две не вооруженные. А, блядь, вторая не вооруженная. Одна 30 наров, вторая полностью пустая. Чего? У второй 12. Без кумулятивных. Нет, пустая, пустая. Кирьян. А чем выстрелили? Вертолет готов стрелять? Стреляйте только наверняка, когда она на вас идет. Ой, на принципе, если низко летит на тебя, ты можешь с автопушки ее уебать. Надо, чтобы игла и джигит одновременно стреляли. Так лучше будет. Может повторить? Нейм что-нибудь видит с СВ? Чё ты пропустил сообщение по поводу юго-восток лодка? Лодка? Значит, калоша плывет. Где с юго-востока, Печенька? Проставьте метку, если не сложно. Живой, че? Окей. Джастик, на отделение пехов метку поставил запад. Это. Как-нибудь, Форн, можешь отработать это отделение? Понял.
КТ, вы под огнем. А кто там про МКТ? Беттер, МКТ здесь, на связи, у них нету ДВшки. Энд, живы? Не выкатывайся, я ППУ сам. ПП есть возможность метиса отработать лавку? На бат БТР на связи? Да, на связи. Вы север просматриваете нормально? Видно что-нибудь? Нет, мы в низинке, но просмотр. Понял. У меня пузырька, ты понимаешь? Некого отправить. Тушку вина. Нет. Форан, техника, вот куда мусор стрелял, где дымы. Видишь ее, нет? Отсюда. Вон там лавка на воду спускает. Ты куда будем? Можешь по воде ее доработать. Кто вам ебаши? Бран, я на миг вводи, если что. Бран, слышишь, я говорю, я на миг вводи, если что. Принимайте ее вместе с БМП. Головка идет с юго-запада по воде. Да. Понято.
слева, минус лавка. Отлично. Хорош, вот. Вертолет, никто не видит. Вижу множество пехов идут с позиции лавки, вот пехи отделения, где жестик поставил. Да хуя, Форен, можешь, в принципе, фугасами туда отработать, там сейчас дымы идут. Вот прям за дымы туда, туда, ложи, клади. На базу ЦТР. На базу БТР на связи, привет. Да. А у вас есть возможность выкатиться и отработать пехоту, которая от вас на севере находится? Не знаю, надо найти, конечно, путь. С IPT связи вообще никого нет. Норд, пройди севернее, посмотри, где она находится примерно, но не пари. Да, я сказал. От IPT банально может не добивать, потому что у них не было ДВ. Ну и также могли их прибить, так что, если что, их... Понял. Вертушка на северо-запад уходит. Повин, я как этот, как тур у меня кончится, я заберу у Стингера, сам скажу. Вертушка все равно пока на нашу позицию не залетает, она боится. Напад на связи? На связи. На 144-й высоте к северу от вас установили метку на наблюдателя вражеского. На бат БТР по возможности отработать. 600 метров от тебя на север. Ну да, я сказал. Он на ДВ сидит. Как там с МКТ? А, видно, они живые, которые в городе. Ну, я точно вижу реков, которые по горам скачут. Угу. Насчет МКТ в городе засветов не вижу. Понял. Калоша уезжает на запад, Форен, за цистернами. Должен увидеть ее.
Повен, на западе. Фронт 1 в технике. ББ, есть возможность одного человека на них хода проходить? Никак нет. А чё, Повен 1? Она скрылась, вот. Сейчас наведу визуально. Это ВП заспотили пехоту на востоке, проходит по берегу. Штаб, дайте добро БМП выкатиться на воду и попробовать отработать по пехоте. Принято, работать, ВП. Повен, смотри, видишь, у цистерн нефтевышку, у развалин. Отработать отделение, сразу уходите. Вот, за ней, она туда, за ней за холм заехала. Где-то там должна быть, имею в виду. Она как выкатится, я тебе сразу скажу. Бат БТР, сильно не высовывайте, сейчас БМПшка выкатит на воду и отработает это отделение. Мы поможем, если сейчас стоим. Хорошо. БМП форт. Просто проверку. Вертолет на западе. Да, фу. Че, еще раз надо? Я метку примерно поставил, что-то в том районе она была. Севернее нас наблюдатель. Помечен, мы отсюда. Север, с юга на север, на запад. Это ВП, БМП работает. Ну вот с северной стороны. На бат БТР у вас пехота близко? Да. Откатывайтесь назад и отрабатывайте далеко. А ВТ фора, попробуй отработать БМПшкой. Принято. Метка Альфа 2-1, стоит синяя. От вас на севере. ББ. Северо-запад. В один мы там слышали, как ямочка работала примерно на метке.
не высовывайся, просто споти все. Навели метку на калошу. Мы ее отсюда не увидим. Кирьян на связи. Она сейчас... На связи заспутили калошу, отработали, но попадание в Турома, она откатилась назад. Сейчас метки актуальные, проставлю после того, как отступлю. Принято, там отделение будет отработали. Такая, гора. Отделение пехота, она моя отработала, БМП его не увидала, отступаем, не рискуем. Ниже. Принято, все, отходите ближе к триггеру. На ПТР тоже лучше поближе отойдите. Распадаем, отойдем. БМП Форан попробует работать, это пехоту, которая рядом с БТР на бат. А он не увидит ее. Ну, судя по карте, да. Куда я смотрю, всё, вот там. Понял. А, хотя может и увидит. Форан попробует. Ну, я запад контролирую, калоши выйдет, я ее ебну, можно север переключиться. Норд, ты еще кого-нибудь видишь? Я внутри. Хорошо, пока ты. Они в ангаре сидеть в зеленом, который большой. Ворон, может палатки отработать? У нас еще подходит на 103 высоте, вот сейчас подходит. ББ. Связи. Можете отработать метку лав? В городе, который. Да, скорее всего, это не лавка, это калоша. А, понял. У них сколько всего лавок? Две? Так точно. Все принято. На базу ты. Да. Уходи. Блин, перед нами дерево. Ничего не видно. Стой, погоди. Желательно куда-нибудь. Вы можете к нам отходить, мы если что, прикроем. Блин, дерево все. У нас с высоты вы сможете по нашим перейти работать. На бат БТР отдвигайтесь к ББ. Надо на старую позицию. ББ БМП 1, держитесь ближе к триггеру. Принято. На связь. Никак нет. Но они метки ставили тогда. Понял. Ставь 5-2-1. Что за метка ББ север, близко пехота? Ниже надо опустить. Верти, где там Форан? В данный момент? Откатывайся, там пехота близко. Верти, садись. Мы сейчас переходим. Блин, нам надо сваливать тогда, если они здесь. Они прямо вот перед нами на горе бегают. Ну тогда надо сваливать, чё? Али, вот 290-300. О, 126-я высота, я метку поставил. В 300 метрах от нас. Надо сваливать. А под огнем мы. Давай.
Эван, что за маневр стоим? А, нормально. Блин, мы... Я пойду их со снайпером. Чего стреляешь? ББ. У вас есть место для ВТВ? Давай, давай, давай. Которая правая высокая или какая? Уверен, что ВГ? Метка квартиры. Эпити, если вы меня слышите, то сидите глубоко в лесу, подпускайте поближе пехоту. Главное, сильно не высовывайтесь, у них теплаки, проверяйте. Принимайте контакт близко. Там видел или пометки просто? Снап, ты мехводом сел в быху? По нам лавка не отработала из города. Да вы, там не лавка, Кверти поставил метку, там калоша заезжала. Ну тогда вообще не надо тратить на лавку. Да. Кверти, ищи лучше лавку. Я поставлю жар зеленый большой, видите? Вот от нее трассер ушел. Где там пехота, когда вы Кверти пометил за дорогой? Зеленый, прямо напротив вышки, вот куда мы смотрим. Дорога никого нет. Он слева был, да? Не-не-не, от ангара слева был или справа? Блин, ну метка точная стоит, снап. Метка стоит на правую калошу. Ой, на правый ангар. Нам сейчас дерево мешает его отработать. Видишь? Да, стоп. Блин, сейчас мы очень низко, слишком низко. Ты ничего так не увидишь. Во-во, вот так вот попробуй. Там едет, едет, поехал, едет калоша, справа. Едет. Где? Справа. Направо. Вы должны видеть. Скажи, если надо поехать, я на водиле. На БАД, БТР и в БМП Форан отработайте. По возможности. Смотрим северо-запад. Нет попадания. Ворон, надо, можем выехать. Да с автопушки бы лучше наш пиговал, блин, наехал еле-еле. На БАД вы контролируете, да, с севера от дороги? Да. Вышел. Никто второй вертушки не видел? Не, да скорее всего пилот на первый разбились и все забили хуй. Все, понятно. Да куда? Сейчас, есть кого заметить, я скажу. Они слева от макушки или справа? Скажите мне где, я скажу вам кто там и где они. Куда вы стреляете? Но они за горой, наверное. Таник. Да. Ты можешь шевелить и всех остальных втягивать уже ближе к нам, потому что нет смысла втягивать всех. Thank you.
берегу идут. А где лавка еще одна? Никто не знает. Кирен принял на всякий случай. Штаб, это 2-1, ты слышишь? Я слышу. Слушай, передаем, у нас куча ПТ-средств, может быть мы на запад пойдем на технику противника. Да, там калоша одна. И у вас отделение в вашем лесу, вы чё? В востоке два отделения. По берегу идут. Лавка есть, да? Я пошел на восток. Еще две осталось. Да. БМП 1, БМП, отступаем в зону. Принято. Это не нас. У нас вообще тишина, мы вообще еще. Тайпити связи нет, надо бы сдвиг сделать. Тайпити есть связь, они добивают до нас, мы с Ховеном их слышим. Понял. Тайпити живые? В бой не вступали мы еще, нас, не нас, никто не видел. Я понял, но они не перекатывают. Тут у нас артиллерия появилась. Ставьте 2-0, куда можно отработать. У нее угла склонения не хватит, чтобы навесом стрелять. Да. Мне кажется, скоро надо свалить на запад. Монгол. Монгол там, я писал. Судя по звуку, это калоши с М2 и хуявит. Да, я его послал к вам на север. Видел, но он ничего не сделает отсюда. Севернее нас монгол прибежал. ББ, Кверти Джордж, этот. Актуальная метка? Да, скорее всего. Но где-то в Ховен надается. Нет, именно врага имею в виду. Через дорогу, которая. Мы ничего не наблюдаем за дорогой. Все принято, удаляю. В горе куча пехов? Понятно. Бывшая позиция на бат БТР и куча пехов идет по горе, где наблюдатель ВП-шек. Да, попытайтесь отработать на бат БТР и форум БП. Кирьян, Ховен, на восток берег. Откатитесь, вам должно быть видно эту позицию. Я сметиться все видел. Печенька, вы должны с нашей позиции хорошо будем контролировать башню. Сейчас мы. МКТ подарок. Зеленый вейпоинт. Метку ЗИК IPT поставил на технику какую-то в лесу. Это калоши. Все, понял. Стас, 2-1 на заставу.
север, 500 метров. Стаф, боец ДВ умер. Айпити живые? Прям, айпити. Да, да, да. Может, сдвиг? Штаб айпити. Сдвиг по ДВ на первый резерв. Всем сдвиг на первый резерв. Фоня, по кому стрелял? Позрывы на вершине. Где лавка? 109. Это калоши с леса, скорее всего. На Д-30 сидит кто-нибудь? Два человека у нас на Д-30 сидит. А по свиньи выпадают ли случаем? Если на моток стреляете, на своих не... Стоп! Даю метку на лавку! На лавку или на калош? Фомин, по тебе? На это очень близко стреляет эта залупа. 2-1 под огнем, 2-1 под огнем, лавку метко в сторону ставь. Нашел его, Фомин? Я нашел. На западе, Фомин. Мы на связи.
Запада принял. Я живой, мне ничего никто не сделает. А мост бывает работает на востоке МКТ. Я калош, калош увидел, понял, на него внимание обращай, займись лавкой на севере. МКТ, можете отработать калош, который на востоке уже ближе к триггеру подъезжает? Сейчас попробуем. Так МКТ далеко. Мы немножечко я, не я там, перебегу, да, находимся. Я перебегу. Я бегу, Даник. На БАД БТР наблюдаем на высоте. На 330 по тебе летело. Короче, вот открой карту. Примерно вот отсюда где-то, вот с этого района. Да-да-да, вот так летел трассер с 330. На востоке не наблюдаю калуш. МКТ БТР на связи. На связи. Вы на востоке калуши не видите? Ну, мы отсюда не видим как бы восток. Они на западе, ты чё? Лавка ББ поставили только что метку на севере от вас, Саша. Пехоту не подпускайте к технике вообще. Пытайтесь. Я в данный момент на метисе лежу и восток смотрю. Горит? Отличная работа. Хорошо. Форан, этот БМПшка у тебя еще жива? Или вообще все? Пох. Давай аккуратнее. Че, выбили ее?
На бат БТ на связи? Да. Все. Мужики, жив была. Кто? Печенька жив? Да, да, да. С горы, с вашей, бежит пехота по склону. Еще раз, с горы? С горы, где 0-0 метки. На юго-западном склоне. Че, не башня? Ремонтироваться будем? Да, ремонтирую башню сейчас. Блин, долго. Долго, да. Давай мы тебя прикрываем. А, Форан! Ты живой! Форан! Ты что, сдурел? Я тебя похоронил, на карте метку поставил уже. Да, живой. Так, так ты звук добавь-то. Так, я помогаю чиниться, все остальные на юг. Пацаны, вот оттуда, сука, огромная толпа пехоты бежит, блядь, вон там. Ага, у меня есть ОГ-шка еще одна. Гранатомет, давай, я буду стрелять с гранатомета, ты стреляй с этой хуйбой. Ага, я пушку сейчас чиню. СВД. Да, сейчас ОГшки есть? ОГшка одна осталась и три ТБГ.
Аб запасливый был. Блин, а я не дострелил, походу. Прикинь, я в нее выстрелил, и она мне в ответ. Сейчас. А я ору фуром, выкатилась на высоту, ставлю метку, и она по тебе начинает работать. Снап. Не, реально попал, что ли? Ебануться, я... Пацаны, быстрее на юг. Пошли, пошли, пошли. Там огромная толпа пехов и калоша на юге едет. Нет, вы чините, я своей пехоте говорю. И... Ну я чиню, АК. К тебе на вы. Можно. Да. 40% меня. Алло, парни. Да говорю, сориентироваться бы нам на месте, где на юг двигай, все туда двинулись, там встречаем. Где карта? Есть у кого-то карта? Техники работают? Не, я понял, в технике карта работает. Сейчас залезу, посмотрю. Короче, мы одну калошу. У тебя ПГ есть, охуенно. Вот там по югу, по низине, идет до хуя пехоты, едет калоша. Угу. Юг вот этого плата, отойди, и там мои еще стоят. Помоги им, если увидишь кого-нибудь. Так, ну что там? У нас 4 человека, у нас ни карты нету, ни короче, вот там. По низу, по берегу, идет вражеская пехота в количестве где-то 80 человек. Ими еще калоша катится по берегу. 160. Есть еще РПГ одноразовые, у нас закончились уже. А ладно, похуй. Аккуратно, потому что там есть калоши, у него есть БК, ну и пехоты там тоже дохуя. Последний раз я вон там их видел, смотри. Вот это. Нам. Что за война? Где там, короче, собираемся возле Бэхи, возле резистенса тоже собирай, кого видишь. Сейчас будем двигаться. В Гонагов заберемся оттуда, посмотрим. Сейчас гляну. Что-то пушка красным показывает. Форанжик. Чинить.
меня башня-то починила, еще пушку надо чинить, ёп. Метка я поставил на азимуте 10-20, вот за тем холмом, Форан. Форан, Форан, пушки 10-20 за холмом, вот там лавка. Все, правильно, что смат огня увел. Давайте тут ее доделывайте. Там уже пехи с юга поджимают. Пиздец, как бы туда БМП не помешало. Здесь примерно пехи, сейчас я подставлю. А он метка всей пехоте в зоне. Короче, они вот здесь уже. Сейчас ставлю метку. Потому что уже пехи пипец как близко, и они уже нашу позицию знают. Никого уже 220 работает, нет, уже нет. Нифига, она спустилась. Я тут трассер видел, она по мне стреляла. Я своими руками не попал по ней ПТВом, она вон там. Хотя пуш стоит, чё, пустой, всё, ты отстрелял. Да. Там башня только осталась. Ой, там прям выкатывайся на эту, на запад. Там технику главное выбить. Пехота вообще похуй, мы ее сверху расхуявим, у нас преимущество. Кто стреляет? Сколько вас в зоне? Добрый вечер, люди. Как вам там в пятером возле бэхи сидится, заебато? А как вам умирается в рандоме? Нормально? Нормально, если бы еще кто-то накрывал, хотя бы прикрытие было какое-то. Блять, с нашей позиции оттуда мы ушли, нас убивают. Кто-то сел в бэху? Блять, конечно. Мы как раз блядь, планировали бэху подошел... захватить. Зачем сказал, сядьте кто-нибудь в бэху, если всех убьют вокруг? Чтоб не сели. Пришли, да, ровно на нашу позицию, откуда мы отстреливали их. Мусташ, а тебе, как командиру, охуенная идея пятером сидеть возле бэхи, шестером даже? Я заебался подвигать, говорить, идите на юг, чините вдвоем, один сядьте в нее. Хорошо, а после того, как я не вышел на связь, навести бэху нельзя было на мою высоту и положить всех атимов, блядь, разом? Не? Я сложно? На момент, я метку поставил и на войну вообще-то туда, и туда бэха стрелял, и снапс ОГ стрелял. Пулемет, на что? Нет,
это было еще минут за 40 до того, как тебе хоть что-то сделали твои бэхи. Но мы вас спасли полчаса, блядь. Все вот ждали, именно. Когда вы... Я говорю, блядь, там сидят, смустаж. Да похуй, пускай сидят, смотрят. Ну, конечно, нахуя надо наблюдателей убирать. Учитывая, что там отделение IPT сидит в 500 метрах. Нормально, Форан, это, Лолкиджа утопил. А, Форан, то, что ты про починку говоришь, я еще раз повторюсь. За 40 минут до того, как тебе хоть что-либо сделали твои бэки, ты мог накрыть эту всю хуйню. Да мы стреляли. Мы все равно, мы нормально людей тут постреляли и положили. На... Кого? Поверь мне, да по хуя, списку, вот это все на горе лежат, ты думаешь, кто они? От инфаркта умерли, что ли? Хорошо, ладно, одна лавка на счету, еще что. Все, я больше ничего не вижу. А вот эти товарищи лежат здесь, Атим и остальные? Атим, ну ты никого не убил, из Форан с пулемета никого не убил, там Резин пострелял. Хотим и этот МКТ-тенк. Короче, я две лавки заспотил, одну Форан вынес, одну я. Ха-ха-ха. Так что лавку-то это я считаю отлично. Как бы спотил я. Так, а вот там этих ЛС-шников, это Форан всех в дыму накрыл, что ли, которых? Нет. Нет. Кого? Статика, шизофреника и Рока. Тех еще может быть, которые ближе нет. Потому что надо было сесть в нее. Я вообще не понимаю, почему Бэха каталась в одно ебало. Форан, нахуя ты людей выгонял? В смысле, к нему садили, у него не было экипажа, блядь. Нап сказал, что мы, они садились, и Форан сказал, выходите. В смысле? Стрелок должен быть. Да нормально мы сыграли, вот они и поиграли. Я сразу сказал, что мы не пойдем в Ванкове, мы сегодня пехотой. Ну да, мы добровольцами садились там вырулить. А где вторая вертушка? А ее нет на виспе. Нормально, здесь нормально. Этот бой был веселый, реально. А, вон, СВ-сенсей. Лежит на дне океана вместе с вертолетом. Сука, вот ты жалко, я не включил запись. Я бы тебе со спектатора показал, насколько это было весело и уморительно, как вы работали. Для вас, с вашей стороны, может, это и нормально было. А со стороны это полный ахтунг. Если бы не резя его отделение, вы бы бибу сосали. Потому что я просто стрелком был. Ну, а Ор, да, вот что ты туда вообще попёрся? Сдохнуть впервые всех и сидеть, бубнеть потом? Потому что мусор сказал, иди туда. Да если б тебе мусор сказал, блядь, гранату под себя кинь. Ну, блин, кинул, ну нахуя там быть. Туда идти и сидеть там, в одиночку. Вы что, блядь, слово мусор же, это закон. Да. Сказал Грену под ноги, значит Грену под ноги. Ну заспотил и отходи, нахуя там сдыхать. Его убили сразу. Меня сразу убили, а вы после этого сразу никто ничего не сделал. Так в смысле никто? Я понял, что тебя убили, сказал всем закидывай. Смотрим на Спартака, все. Пиздец. Лавка катается, никто ничего сделать не может. Бэха в одной. Такую. Лавку выбило резевское отделение, блядь, которое в упор подошло. А ты когда на бэхе выкатился, вообще ее не увидел. Побуду, ничего страшного. Чего там сложного нет? По крайней мере, я не буду таким долбоебизом заниматься, как, блядь, фугасы сливать вертолет. Почти все.
Ну вот эти пару раз бы по моей позиции как раз минус 10 человек. Комиков он. Кто последний сдох? Да. Вот и синих сейчас умер. Робот. Блять, в комик рота залип. Робот. Сейчас я думаю, сорян. Единственный раз в жизни, когда болеешь за Спартак. Ой, хае, хорошо пошла. Ой, хорошо, блять, пошла. На, серьезно? Серьезно? Да, серьезно. Вторая мимо. Дым. В ответку. Это что там, белый дым выбрали нового папу? Или продолжает коллегия кардиналов выбирать? Чё за бред, блять, почему вы... Почему тебе как мусульманину это интересно, мусыш? Объясните мне, как нахуй он две грены в упор держит? Там в камне все. Да. Ну что? Три грены, блядь! Нет, сейчас попало. Даник, чё сдох? Ты видел, как он, где я она упала? Знаю. Его накрыть нахуй должно было, в 200-й сразу. А ты опустись ниже него и увидишь то, что место падения гранаты не видно. Осколками его порешило так, да? Ну, по фану. Вот он и упал. Отключился. Ой, Спартак, заходи ему в жопу. Ну, блять, хорош, хорош! У меня такой тупой момент был, атимовский, когда вот этот калоша на юго-западе ехала. Она, короче, выезжает, я вижу типовую сигнатуру, выстреливаю ПТОРом, веду, полпути пролетела ракета, и тут, блять, у меня на весь экран ебало кролика. Сука, это так... Я испугался, кстати, блядь, и бросил маску. Помнишь, когда мы про нефтяную вышку разговаривали? Да. Как раз перед тем, как я умер. Все это время эта сука стояла за ней. Я ж сказал, блядь. Именно за ней. Я говорил правее, где-то там она, за холмом. Я сказал, видишь, вот вышка, правее вышки. Не в смысле, что правее, блядь, я сказал, за ней. В смысле, за вышкой. Ты сказал за холм. Ты сказал за холмом, мыслишь. Нет. Да. Тань. Да она заебала туда-сюда ездить, блядь. О, кстати, сноудропу помогло. Бля, Спартак, Спартак, давай, Спартак, нахуй! Спартак! На его не видно. Просто а встань, нахуй, он просто живет. Встань! Да ты чё? Хорош! Да ты, сука, а, с... Как он, блядь, выжил? Да он что, ты, блядь? Монитор ни при чем, не бей его. Пидорас! Сколько он, блядь, впитал уже, ёбаный. Да ты попал у него первый, он упал, и все остальные уходили правее него. Просто он упал. Как он, блядь, меня ранил-то, объясни. Въебло шальное. Так он-то шел на тебя тоже, вы лицом к лицу столкнулись. Не, Спартак, нормально. Нормально. Ну четверо заходило с камней, остался один. Тоже, да, отлично. Не, я его убил бы, я, блядь, двоих видел. Просто такие лаги, господи. Как он выжил? Я ж него первым начал стрелять. Он должен был без сознанку. Но он на пузо ёбнулся, и у него остальное все перед пузом падало. Он на бок упал. А он меня еще убил, вот, блядь, гандун. А тебе он шальную послал. Это арма, блядь. Ладно, Спартак, пошли тухнуть. Да, Тимов зажали, они не куда не могут выйти. Три штуки. Да хотел сказать форум. Я ж перед тем, как умер, сказал сразу. Кирьян там и был. Если сейчас нашу бэху вторую возьмут, то все может измениться. Сомневаюсь. Нас недочинено.
Ну ее можно отремонтировать. Ну там лежит Воронеж, по-моему, с 26-й трубой. 26-й, да, 26-й. Я думаю, если кто-то начнет по зоне работать с Бэхи, он додумает ее взорвать. Если Воронеж до этого, это же Бэха не убьет. Как она его убьет? Лежит. Не, он подойдет. Эй, привет, я здесь. Я же успел всем сказать, что там Атима зажаты, что я их загнал туда. И... будут умирать. Так, что, блядь, я никого не убил, когда я ШГшку туда запулил? Нет. Кто-то фанка убил. А что, не вертушка все-таки упала? Да. Нет. Вторая в воде где-то плавала. Ага. Мы там ссались всю миссию, блядь, я всех распихал по контейнерам, сказал не высовываться. Навязываем ближний бой на 50 метрах американцам. Пацаны просто не прилетели. Даже с иглы ни разу не выстрелили. Живелина. А, ну вот, да, почему их я завалили позже намного. Вертушка уже упала. Завалили, когда КС дал приказ отступать, как я понимаю. Кто по ним въебал? Калош Акиновский. Он по ним долго стрелял, но он их не стреливал до них. Он ГПшит. А, калоши пушку выдают. Финовская. А кто, интересно? ХЗ. Точно не ты. Ну я-то не попал, мне кролик напугал. Ты вообще ни одной не попал. Кролик, кстати, впервые что-то вообще хуйня какая-то. Я лавка прям полностью видел ее эту. И дал по перекрестью, там, ну, блядь, 1.5 километра должна была ракета стабилизироваться, и перекрестие было на лавке, а ракета упала, блядь, на четверть экрана ниже. Чуть выше, Форан, там было не чуть выше, там как будто, блядь, я поправку на 200 метров не сделал. Без изнанку упал. Джастик. Он, походу, трепоноса убил и спалился. Да, куда Воронеж стреляет? Он до этого уже спалился, он уже резался. Его уже роняли. А Джейшам, что это он в море валяется? Ему не выдержал тягот переправы. С пулеметом, с теплаком. Первая вертушка это Darkness, они что ли летели? Нет. Ну а вот Darkness и Sensei. Darkness на земле, как ты видишь, лежит. Ну а что он там делает, кроме как с вертушки вылетел, если только так? Ну он, скорее всего, сел на вертушку, потом перезашел на другой слот. А, здесь был старт вертушек, да? Да. А, нет, сенсей был в вертушке, они умерли, вон да, вертушка. Да, да. Не, а он. Ну.
Ну, теоретически, когда дочинят калошу, там-то им предъявить-то нечего будет. А БТР не потащит против калоши? 14-5 есть, сомневаюсь. Только убьет кого-нибудь насквозь. Не, ну можно пушку выбить. Кажется, именно пушку и выбил. Да, там башню выбили. А я там вижу только 4 УГшки. Ой, 4 хешки. Где? Все еще стоят там 2, нет? Галошу. Ох, зажали Гарика. Ничего, вылазить. Куда не надо. Да, Гарик, мне кажется, все уже. Шелохнется право-лево, кирдык. Опа, а чё это летит? Бам! Ой-ой-ой! Так понимаю, ну... С это после конкурс, наверное, отстрелил Звердик. Пушка стрелял. Это ПОшки, что ли? Или чё? Нет, СТ-шки. СТ-шки верно. СТ-4. Санчес-то куда полез? Пусть-ка мой рюкзак взял, личный, который скачет. Он прямо подчинился. Экзель. Не, у них там 4 выстрела было и все. Не надо давать больше Звердику БМП, пожалуйста. Спартака убил, пехотинец, куда он ушел? Вон, внизу, вместе с Экзилем и Овсяным. Что-то снап нихера, не 4 там. Там было написано 4. Ну, 4 кассете. Коробки, ну кассета, наверное. Тогда это плохо. Блин, пусть, конечно. Развернись по-человечески и езжай куда. А куда Куки стрелял? Зачем по Звердику? И в ответ ему тоже прилетело оттуда же. От Звердика. Нормально, не было печали, вот так сейчас и победим. В смысле, проиграем? Ну да. Не, есть выиграли, а есть победили. А что я пропустил? Почему БМПшка наша стреляется с БТРом? Видимо, метки потому стоят. Что у них, да, нету ДВ. Метки стоят. И метки посмотреть. ДВ как у них как это у всех нет, есть. На баты были на ДВ. А вот Звердик нет. Есть частоты, есть ДВ техники. Передо связалась.
На командирском может? Нет, на стрелке это есть, на водителе есть. Кеннет Холл, да. Да пусть хит все потратит. Как сбили, мне кажется, это пофигу. В зону не ехал никуда. 16 минут, ну. Да, он сейчас вылез и начал ракету наводить. Ой, Кошкин мимо. Он 26-й что ли выстрелил? Нет, там у кисы полный этот БТР гранат. Отбеги, киса. Нет. Киса как обычно, блядь, вылезет. Бедный нахуй, всем. Пойдет куда-то. Там сколько надо? 4 человека, чтобы осталось? Или сколько? Да, да, еще двоих убьют. Двух людей надо убить у них, да. Работай, свиротик. Да, тимы вообще зажатые между БМП, БТРом, еще с горы Воронеж их достает. Все, Гарику кирдык. Еще один. Слушай, я не думал, что тут реально выиграть. Господи. Победа. Заебись. А в скайпе блядь, кода я России. Я по Воронежу заебался. Блядь, он поел. В скайпе. Фора.